Пост номер один в городе Новосибирске является одним из флагманских учреждений именно в патриотическом воспитании. И это не только вахта памяти, это еще огромная проектная работа по увековечиванию памяти воинов-сибиряков. И мы обратили внимание, что те ребята, которые хоть раз в жизни стояли на посту номер один, являются носителями этой идеи на всю жизнь. Тот, кто стоял на посту номер один, не имеет права жизнь прожить зря. Мне кажется, вот это важно сформировать в наших ребятах.